внешнее свойство энтропии. Условная энтропия. Условная. Определение 2. Пусть заданы ансамбли. Заданы совместные ансамбли. То есть, где у них совместная вероятность появится задана? Совместные ансамбли. Формулу примерно, почему она такая получится. То есть фиксируется какой-то элемент в игре и рассматривается всю вероятность появления иксы при фиксированном примере. Затем идет усреднение по иксам, то есть умножается на p, на, то есть вот берется собственная вероятность p x i условие y. Затем идет усреднение по всем x. То есть умножается на эту же вероятность усреднение. Вот. Ну и сумма с однаком минус по всем и от единицы до f. Ну и затем идет усреднение уже по g, то есть умножается на p g. Давайте я все-таки буду здесь. Усреднение p g умножается на p g и сумма по g от единицы до f с минусом. Ну, а вот это вот есть не что иное, как, ну, G мы пронесем сюда, дальше, то есть это будет минус сумма по I от единицы до N, ну, сумму мы можем переставлять, G от единицы до N, ну, и здесь у нас будет P, I, G на логарифм. Сначала просто на вероятность x и при условии y и на логарифм этой вероятности.
а это у нас не что иное, как по формуле произведения вероятности есть PG. То есть условная вероятность может задаваться этой формулой, но это ее объяснение, так скажем. Ну и тогда утверждение 2. Если ансамбль XP и YQ независимы, то энтропия условная X при условии X равняется энтропии безусловной. Равняется автор. Вот. Ну, давайте свойства условной вероятности дальше мы посмотрим, которые нам нужны. Ну, тоже доказывается совершенно просто, когда здесь P и G равняется произведению, Q G сокращается, и тут берем произведение, и можно там тогда получить энтропию X почти сразу. Отдельно для условной вероятности свойства еще посмотрим следующее. Условная вероятность. Условная энтропия X и условная Y, она будет в таких пределах. Больше ли равняется нуля, и меньше ли равняется А от X. Это раз. Далее, условная энтропия X при условии Y формулы цвета H от X минус H от X при условии Y. Сомнения какие-то? Значит, давайте, чтобы лучше эти формулы понимать, я давайте все-таки это шестой выделим для отдельного пункта, а именно взаимная информация. То есть определение. Взаимная информация.
взаимной информации. Ансамбль. Не буду, но не пользоваться. Вы можете, исходя из определения, без особого когда-то вот. Именно практически мы неизменные эфиры рассматриваем, задачи по энтропии. Вот. Ну и взаимная информация тоже. И вот x, y, она будет больше или равна нуля всегда, нуля, и меньше или равна сумме. А сумма это и ошибся. Ну, равна нулю, если они, собственно, не совместны, а так скажем, пока я не определялся, то не совместны. А максимум достигается, максимум энтропия и информация равняется вот h от x плюс h от y, тогда и только тогда, когда xp и yq независимы. Но давайте мы все-таки, чтобы нам дальше пользоваться разными формами, диаграммы Вена посмотрим, чтобы лучше запомнить. Диаграммы Вена. И дальше еще, конечно, нам здесь было бы хорошо утверждение такое. Утверждение. У нас утверждение 4.
якщо ми так почнемо, так нам буде удобні. При слові Z равна ізотії X при слові Y і плюс ізотія Y при условии X и Z. Ну, так можно написать. Вот давайте посмотрим диаграммы. Диаграммы Вьетта, которые позволяют вот эти формы, как скажем, не столько указывать, сколько интерпретировать и легко запоминать. Пусть у нас есть три множества. Множество А, множество Б, множество С. Множество. Множество. Соответственно, установим соответствие. Множеству А будем соответствовать А со Х. То есть есть множество и множество, ансамбли. Ансамбли. Х. Энтропия XY совместно будет соответствовать А нить с Б. Энтропия условная. Будет соответствовать множество. Ну, то есть здесь будет А, единиц, Б. Все это множество. Ну и откуда сразу следует, что энтропия максимальна, когда ансамбли независимы. Ансамбли независимы. Независимы, если, соответственно, А и Б, А пересечь с Б, это пустое множество. И тогда, соответственно, у нас получится в случае независимых ансамблей, соответственно, энтропия максимальная, или равна сумме энтропии. А можно, если ансамбли независимые, да, правильный вопрос. Энтропия, если ансамбли независимые, совместная энтропия равна не сумме, это у нас. Исправьте, пожалуйста. Если ансамбли независимы, то совместная энтропия равна нулю. Нулю. Тогда и только тогда, когда равна нулю, когда
ансамбли X, P и Y, U независимо. То есть это я конечно, равняется нулю. Да. Да, условная энтропия. Условная энтропия X при условии Y. Ну, ставится в соответствие тогда A минус B. Взаимная информация X, Y ставится в соответствие А пересечь Б. Ну, аналогично и с другими множествами. Ну, давайте вот посмотрим, например, эту формулу, которую я записал. У нас это у нас было H вот X при условии. Условие Y, да, у нас равняется. Ну, значит, H, соответственно, условие Y подставится в соответствие вот такая величина. И, значит, тогда мы можем эту формулу вот интерпретировать следующим образом, с помощью этих диаграмм Ген. То есть H от X при условии Y ставится в соответствии вот этой области. Ну и, соответственно, чтобы получить это множество, нам надо объединение взять. Вот это у нас будет объединение. Множество, состоящее из объединения. И, соответственно, вычесть множество Y. И мы получим эту часть. Получим эту часть. Ну, взаимная информация. Если посмотреть, вот, пересечение. И вот видно, например, информация взаимная X, Y равняется нулю. Ну, тогда это тогда, когда ансамбль независим. А когда они независимы, вот мы писали, когда А пересечь Б, это пустое множество. Пустое множество. Ну и давайте попробуем проинтерпретировать, когда у нас три множества. Вот это. Соответственно, X, Y, Z, ну, H. Значит, что здесь, посмотрим, давайте. То есть, это стоит совместная энтропия при условии Z. Вот я это область заступлю. Теперь давайте посмотрим, что у нас стоит справа. Это слева стоит. Что у нас стоит справа? Справа у нас стоит справа у нас стоит, значит, вот стоит H от X при условии Y и H от Y H от X при условии плюс H от Y при условии сейчас
плюс h от y при условии xz. Да, и здесь я допустил ошибку. Здесь Z надо ставить. Z. Z. Значит, h от x при условии Z. Ну и смотрите, значит, тогда h от x при условии Z. Это получается вот эта часть. Застыкованная. Вот. Ну и h от y при условии xz при совместно вот этой части. Ну, получается одно и то. То есть, вот, значит, здесь правильная формула. Вот. Правильная формула получается. Ну вот эту формулу мы будем использовать. Ну, другая интерпретация других формул, которые здесь были. Вот, например, и взаимная информация. У нас взаимная информация пересечения. Как? И почему взаимная информация может быть записана как вот, взаимная информация xy равняется h от x, то есть h от y, и минус, соответственно, h от x, y. Ну, вот взаимная информация. Где здесь находится? Если это x, y, то взаимная информация соответствует области пересечения. Ну теперь давайте посмотрим, как тут получится. H от X плюс H от Y, где тут стоит соответствует сумме множеств. Сумме из, соответственно, дважды будет повторяться на этом участке элементы x и y, и когда вычитается h x y, то эти уничтожаются участки, а здесь общий участок вычитается один раз. Давайте мы на этом закончим сегодня. Как-то мы не успели, я просто был записан.